Так, ну что ж, друзья, мы в примерочной. Здесь очень маленькие примерочные, хотя очень красивые. Посмотрите, какая здесь стенка. Два зеркала. Единственное, что это очень здесь так неудобно, потому что совсем нету места, отойти некуда. Я могу, конечно, вот так снимать, но здесь тоже особо. Ну, вот так можно, прижавшись. Но у меня получается, знаете, какая-то когнитивный диссонанс. Мое отражение спины и вот здесь, то есть как бы мне бы это мешало, я не знаю. Очень неудобно примерочная, но что поделать, то что есть. Так, я наприносила свитеров, зелененький пиджачок, красивые свитера, видите, каких красивых цветов, еще такой жакет, вот такую юбку, просто чтобы с ней примерять. Но, кстати, эта юбка, она как раз вот такая вот модная сейчас юбка карго с карманами и вот со всеми этими пиджаками и с строгими. Мне кажется, это будет прикольно, потому что если взять юбку такую строгую, офисную, то это будет как-то скучно. А вот с такими вот интересными вещами. Свитера, кстати, у них очень симпатичные и вообще совсем недорогие. Ну, то есть, конечно, это все синтетика. Но я вам хочу сказать, здесь такие вещи неплохие. Я вообще этот магазин, особенно я очень редко в него хожу, но только чтобы снимать. Практически никогда ничего не покупаю. Мне кажется, зря. Понимаете, он когда-то был очень дорогой. Ну, как бы не дешевый. То есть, есть вещи здесь дорогие, вы видели. А есть обычные, не очень дорогие. Но я вам хочу сказать, что при нынешних ценах в масс-маркете, по-моему, здесь цены даже и пониже будут, чем в Манго, так это точно. Хотя я не говорю, допустим, там КОС. Потому что в КОС все-таки более натуральные ткани. А в Манго, например, сплошная синтетика. И вот здесь то же самое, здесь цены ниже. Ну, во всяком случае, такие же. Короче, давайте делать примерки. На мне сегодня вот такое платье, сапоги, брошечка. Сейчас скажу, что я как бабушка с брошечкой. Ну, есть немножко, да. Брошки, они вообще такая вещь, с ними трудно. И вот такое вот мое любимое, опять же, тоже пальто. Платье это очень люблю, оно очень старое, ему много лет, никогда не выходит из моды тоже. Вот такое вот оно с поясом, просто юбка. И верх, вот здесь вот очень большой вырез, вот до сих пор, поэтому я брошечками запиливаю это дело. Так, вы знаете, очень симпатичный свитерок. И вот эта юбка, она немножко широковата. Это размер large, можно было бы поменьше, но в принципе неплохая. У нее сверху такая на резиночке она. Ну, давайте сфокусируемся. Свитер такой романтический, видите, здесь такая отделочка красивая, вот такая вот, три пуговички. Такой вот наискосок, как будто бы застежка фейковая или настоящая. Не, настоящая можно таки, да, расстегнуть. Очень симпатично здесь вот пришито такое кружево. Серого цвета, они еще, по-моему, были бежевые. Мне прям понравился этот свитер. Он такой пушистенький, симпатичный. Сейчас я сниму в высоту. Ну, вы знаете что, я тут особо показать нечего. Юбку я принесла чисто для демонстрации. Хотя она, в принципе, сама по себе и неплохая. Но просто хочу. Это, честно сказать, почти единственная черная юбка, которую я нашла здесь. Они все какие-то цветастые, расцветастые. В общем, чтобы не было совсем легко примерять. А в этом свитере 10% шерсти. В принципе, это нормально. Более или менее. Теперь, значит, вот такой вот бренд. И стоит он $80. Я вам хочу сказать, что свитера в Uniqlo, у которых 8% шерсти, стоят на $10 дешевле. Они, по-моему, по 69. То есть по 70, а этот стоит 80. Но, если честно, здесь как бы выбор намного больше и намного вещи интереснее. Очень приятного качества. Действительно, есть немножко шерсти. То есть, в принципе, вот если даже сравнивать с тем же, если сравнивать с тем же Uniqlo, то он намного симпатичнее. Посмотрите, у него такие интересные пуговицы. Вот здесь вот эта отделка. Может быть, это не слишком самое умное, что можно сделать. Размер, кстати, второй. Я не знаю, что здесь за размеры, но вы видели, что он довольно большой. В общем, неплохой свитер. И опять же, цены такие вполне себе бюджетные. Еще один свитерок. Очень симпатичный жакетик. Приятного, прекрасного розового цвета. Господи, хотя бы не все черное. Хотя бы уже, это уже хорошо. С кармашками. Очень приятный, очень симпатичный. С такими вот тоже золотыми пуговичками. Смотрите, как классно он выглядит. Мне кажется, он очень симпатичный. И такой цвет приятный, качество очень приятное. Надо мне почаще ходить в магазин. Я буду чаще сюда ходить, реально. Очень-очень приятный, милый свитерок. Прям чудный. Так, здесь нету никакой шерсти.
Хотя он тоже такой пушистенький. Смотрите, какие красивые пуговицы. $80 он тоже стоит. Размер, видите, one unique, это, я так понимаю, one size. Здесь вообще все по-французски, потому что это французская сеть. Поэтому здесь есть он по-английски, но видите, здесь unique, это, видимо, one size. Ну, то есть один размер. Нет у него размеров. Вот такое вот название бренда. Ну, сделано, конечно, в Китае. Написано, что дизайн в Париже. Очень ничего. Прям очень приятный свитерок. Прям мне понравился. И цены. Прям серьезно. Когда-то этот магазин, я в него редко ходила, потому что я думала, ой, он такой дорогой. Сейчас по сравнению со всем масс-маркетом, который жутко подорожал, он как-то остался более или менее в пределах каких-то, в разумных цен. Жакет. Они есть разных цветов. Есть вот такие вот, есть черные, по-моему. В общем, короче. Сейчас, мне надо было больше размер, это 8, мне надо было взять 10, конечно, что-то я не подумала. Он мне, конечно, узковат, но, в принципе, он на сейле вообще, по-моему, долларов 70 стоит. Тетя, ответьте в соседней кабинке на ваш телефон, чтобы она не мешала. Вот, у него хорошие плечи, красивый крой лацкана. И... Очень красивая ткань. Я, наверное, подожду, пока они закончат, потому что... Вы, наверное, меня не слышите. В общем, короче, ткань такая в рубчик. Видите, два лацка. Вернее, карманы и лацкан. Эх, маловат. Маловат. Но если расстегнуть, то в самый раз. У меня просто нету никакого топа внизу, и надо было на размер больше брать. Что-то я лоханулась. Ну, в общем, смотрите, очень симпатичный жакет. Сейчас я так бочком стану, чтобы не бросалась глаза на грудя. Прям не знаю, как себя снимать. Так плохо и так плохо. Ну, в общем, вы поняли. Сейчас я вам на вешалке покажу, будет лучше. Вы, кстати, слышите, крисмасная музыка у нас уже во всем. Значит, вот так вот называется этот бренд. Их много. Вот это вот прям много брендов в этом магазине. Contemporary. Это что-то французское, наверное. По-моему, это какой-то специально... Это бренд, который специально делают для Simmons. Видите, даже вот здесь написано по-французски. Не For Simmons, а Par Simmons. В общем, это восьмерка, мне надо было десятку. Смотрите, он стоил 150, сейчас он стоит $70. Прям реально хорошая цена. Он весь синтетика, конечно. Но он, знаете, такая ткань хорошая, такая в рубчик. Он не такой красный, как на видео. На самом деле он такой кирпичный больше. Плечики. Ну, неплохой, неплохой жакет. Не страшно, ничего такое. Смотрите, этот жакетик того же бренда, что вот этот. И он тоже восьмой, но он мне абсолютно, абсолютно нормально и как раз. А вот этот красный мне маловато. Очень мне нравится, прям супер. Такой симпатичный, красивый, посмотрите. Такие пуговицы не блестящие сильно, а такие матовые немножко. Очень хорошо сшит, такой под шанельку. Коротенький такой пиджачок. Прям супер классный. Цвет обожаемый мной, зеленый. И очень мне нравится этот фасон. И он прекрасно, идеально просто на мне сидит. Просто идеально. Я думаю, что вам тоже он понравится больше всего. Потому что из всех вещей, правда, реально он прям самый классный. Прям я на него обратила внимание, еще когда я ходила по магазину. Вот прям примерила, и прям мое-мое. Так, здесь 33% шерсти в нем, в самом пиджаке. Поэтому он немножко подороже. И вообще видно, что качество получше. Но посмотрите, тот же самый бренд. Тот же самый восьмой размер. И стоит он 175 стоил, а сейчас 140 он на сейле. Прям классный, знаете, вот такие пуговицы классные, такие как будто под старину. И вот на зеленой двери я как раз хорошо его повесила, что его не видно. Но вы видите, да, хорошо отделан так, очень аккуратно сшит, прекрасно. Немножко шерсти, в общем, цена не смертельная вполне, особенно на сейле. Он есть всех размеров. Я думаю, если немножко подождать, он будет сотню стоить, что, в общем-то, совсем неплохо. Но, конечно, это не дешево, но, опять же, не страшно, не смертельно. Очень красивого цвета свитер и вообще хороший свитер. Он немножко подороже из более дорогих брендов. Но в нем всего лишь, по-моему, 11% шерсти или что-то такое. То есть не то, что прямо вот уже
Он весь такой чисто шерстяной, приятного очень качества, приятного размера. Это, по-моему, медиум, он вполне такой нормальный. Не очень большой, не очень маленький, такой оверсайз, но не сильно. Как раз то, что надо, и шикарный совершенно цвет. Я просто балдею от того, от какой же он прекрасный, какой же он красивого цвета. Очень обычная вязка, обычный фасон, но реально выглядит очень красиво. Это, по-моему, бренд называется American Vintage. Вот это я про него знаю. Вот про эти все я никогда не слышала. Про этот я знаю. Я знаю, что это не очень дешевая компания, но и свитер стоит так прилично. Сейчас я вам сниму, покажу цену и скажу состав. Как я уже сказала, в нем 11% шерсти всего лишь. Но на ощупь он очень приятный, легкий, такой пушистый. Очень замечательный свитер, размер medium, $275 он стоит. И компания называется вот так, American Vintage, AM. Ну, я слышала про этот бренд, я знаю его, он не дешевый, поэтому как бы я не удивлена. Ну, знаете, цена за этикетку. Сказать, что, допустим, вот этот свитер или вот этот намного хуже. Единственное, что в этом нету шерсти вообще. В этом, по-моему, 10% было шерсти. В этом 11%. Но этот стоит 70, этот стоит 275. На $200 дороже. Цвет, конечно, в нем красивый. Но вот если вот их повесить рядом, давайте сделаем эксперимент. Вот. Ну вот. Вот это стоит на $200 дороже, чем этот. Ну, то есть вы понимаете, да. Но я, конечно, не буду ничего говорить, потому что понятно, что брендовые вещи стоят дороже. И, может быть, он будет носиться дольше. Вот этот. Ну, не знаю. Дело даже не вноситься дольше. Мы все равно наши вещи никогда не снашиваем до дыр. Ну, как бы у нас столько одежды, что ни одной из наших вещей у нас нет такого, что мы прям до дыр заносили. То есть... Вот. Ну и просто вам вот показываю как пример. Разница в 1% шерсти. И, может быть, этот дизайн не всем понравится. Этот более такой классический, всем подходящий. Он совершенно такой этот самый. Но я уверена, что вот этой же компании можно найти такой же, от такого же фасона свитер. Я просто хотела что-то интересное. И будет он стоить на $200 дешевле. И в нем будет на 1% шерсти меньше, чем в этом. Ну, селяви, что тут скажешь? Такая жизнь у нас сейчас, нечего жаловаться. Так это работает, так это устроено. Ритейлы, вообще все вот эти вот компании, они на то и рассчитаны, что мы платим очень часто за имя. Вот это тоже хорошенький. Очень симпатичный свитерок. Ракетик. И юбка. Вы знаете, юбка вообще неплохая. Если учесть, что в ней 42% хлопка. Сделана она в Италии, сшита в Италии, размер large, и стоил он $100, сейчас стоит, вам плохо видно, а сейчас стоит 50. $49.95, $50. Сделана в Италии юбка полухлопковая, очень модная такая вот с этими карманами карго, плюс у нее есть еще карманы вот здесь вот в швах. Очень удобный сверху вот эта вот резинка как бы, то есть она не жмет, не давит. Немножко длинная мне по длине была она. Видите, она сделана из кусочков. И мне нужен был размер medium, наверное. Так, она какая-то очень большая, объемная, но так, в принципе, неплохая. И цена совсем неплохая. Я считаю, для... Написано, что сшито в Италии. Не знаю. Ну, Италия тоже разная бывает. Знаете, у нас есть вещи, которые сшиты в Италии. Наверное, не итальянцы их шили в Италии. В общем, в Италии тоже есть разные всякие люди, разные всякие фабрики, но звучит это как будто сделано в Италии. На самом деле это все, ну так, просто красиво звучит. На самом деле шьют те же самые, что шьют в Китае. Так, ну что ж, дорогие друзья, вот такие у нас были сегодня примерки. Я считаю, что неплохие вещи, интересные. И опять же повторюсь, я уже что рассказала, что я в этот магазин ходила редко, потому что я считала, что он довольно дорогой. Здесь есть дорогие вещи, вы видели, я вам снимала, показывала. Но есть вещи очень бюджетные, по нынешним временам реально они не дороже, чем, скажем, какой-нибудь масс-маркет. А, качество такое же, не хуже, а выбор, мне кажется, намного больше. Вы видели, здесь очень много вещей, просто выбор. Там еще есть второй этаж, но на втором этаже, по-моему, мужская одежда. Но я, по-моему, даже не все еще обошла. Здесь есть сумки, украшения, в общем, все-все-все. И, наверное, я буду ходить сюда чаще. Просто я вам хочу сказать, что для видео...
вы не очень смотрите такие видео, вы смотрите COS, вы смотрите Uniqlo, вы смотрите Zara лучше, потому что вы знакомы с этими брендами, а вот этот магазин, он как бы вам не знаком, неизвестен, поэтому вам не очень это интересно, поэтому я знаю, что это видео не будет сильно смотреться, и мне очень жалко, потому что все-таки это время, это труд. Вот, хочется, чтобы люди смотрели, но для разнообразия, я же не могу ходить только в один курс и в Uniqlo, да, для разнообразия нужно ходить в разные магазины, и я вот пытаюсь что-то как-то разнообразить, и для себя самой я вам хочу сказать, что я, в общем, приятно удивлена разнообразием и ценами в этом магазине, и качество неплохое, так что вполне-вполне можно будет сюда захаживать. Все, на сегодня все, всех люблю, целую, с вами была Дита из Канады, всем пока, бай-бай.